Пускай слыву я старовером. Мне все равно. Я даже рад. Пишу Онегина размером, пою, друзья, на старый лад. Прошу послушать эту сказку, ее нежданную развязку, одобрите, быть может, вы склонением легким головы. Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. Он прежде город был опальный, теперь же право, хоть куда. Там есть три улицы прямые, и фонари, и мостовые. Там два трактира есть, один московский, а другой Берлин. Еще там есть четыре будки. При них два будочника есть. По форме отдают вам честь, и смена им два раза в сутки. Короче, славный городок. Пью с мужем чай, иду гулять.
Вдруг оживился круг дворянский. Губернских дам нельзя узнать. Пришло известие. Полк уланский в Тамбове будет зимовать. Уланы, ах, такие хваты. Полковник верно не женатый. А уж бригадный генерал, конечно, даст блестящий бал. У матушек сверкнули взоры. Зато несносные скупцы, неумолимые отцы, пришли в раздумье. Сабли, шпоры, беда для крашеных полов. Так волновался весь Тамбов. Слышишь, музыка? Скорей, послушайте, стукнут двери! Скорей, скорей! Мамашка, дура, потеряла! Откройте двери на балкон! Откройте двери! Пройдут, пройдут, погода ставлю, валяют! Дуняша, Авдотья Николаевна, не слышит, что с ней никак кузина здесь. А слушаю, что говорят, тыц, молчать, уйдите прочь, уродки, уйдите прочь. Я не сюда, я не направо, такой умный, стройный, там не то, что говорит, бесстыдница, что смеет ловить. Но погоди, нет, это слишком, не перенес моя, погибнуть может честь. Негодница, бесстыдница, ей рот не спреснился, ни о, ни а. Какой кулон? Красавец, стройный стан. Не смей думать об уланах. Почему? Уланы дождь. Молчать с тобой но не говорят. Хваты. И так уж отказались сваты тебе мужей искать. Ой, милостивушка, мы пошутили так о сне. Молчать, не трогать. Есть пред тобой почтенный муж. Дуберский казначей, вопроски его должны уважать, любить, бояться, почитать. Но я с тобой, всегда с тобой, и даже нету сил порой. Дуняша, Дуня, роза мой, мой пухлый ангельчик живой. Ой, если ты меня так любишь, устроим бал на обед. И позовем уланки бог. Опять. Против гостиницы московской, притона буйных усачей, жил некто господин Бобковский, губернский старый казначей. В пучинах сумрачных расчета блуждать ему была охота, и потому он был игрок, его единственный порок. Его крапленые колоды, не раз невинные доходы с индеек, масла и овса, вдруг пожирали в полчаса. Разве твои
пожалуй. Ну, он сказал, зови, кого зови. Для большей ясности романа здесь объявить мне вам пора, что страстно влюблена в Улана была одна ее сестра. Она, как должна тайну эту, открыла Дуне по секрету. Вам не случалось двух сестер, замужних, слышать разговор? О чем тут Боже справедливый не судит милые уста? О, русских нравов простота! Я, право, человек не лживый, а из-за ширма фраза два такие слышал я слова. Обедает приятель, запомни все, что следует. Подать, запомнил все. Еще раз повторю на случай. Готов я слушать вашу честь. Закуску нам подай, икры, селёнок, осетрины, на сёмгой сочной растекай, настой крепких два графина, потом уха из перлядей и кулебёнка с потрохами. А на жаркое жарь гусей и к ним салату с огурцами. Вина прикажете подать? Вино поставить непременно, да не забудь шампанского бутылки три. Землянского извольтесь, шампанских настоящих нет. Шампанских нет? Ну что за город? Что за дыра? Не в этом суть. Таков наш город
хоть куда. Потом расскажешь про Тамбов, ступай. Ступай теперь сказать, пускай начнут приготовлять. Эй, не забудь сюда прислать, сейчас мне квасу. Сапоги на... Он был мужчина в 30 лет, штаб-ротмистр, строен как коронет, взор пылкий, ус довольно черный, короче, идеал девиц, одно из славных русских лиц. Он все отцовское имение еще корнетом прокутил. С тех пор дарами провидения, как птица божия, он жил. Он спать, лежать привык, не ведать, чем будет завтра пообедать. Шатаясь по Руси кругом, то на курьерских, то верхом, то полупьяным ремонтером, то волокитой отпускным, привык он к случаям таким, что я бы сам почул их вздором, когда бы все его слова хоть тень имели хвастовства. Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничего. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел. Нет, сон бежит! И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душе. Тамбовская красота, какой прилакомый кусочек, не завести ли с ней романа, что без любви жить для улана. Окно закрыло, испугалось. Меня приметив, засмущалась. Ну что ж, начало есть. Он красавец черноусый, а почему? Она не скрылась, на стекла снова показалась ее пленительная тень. О, как хочу открыть окошко и на тебя углом взглянуть, и о
Он не был тем, что волокитой у нас привыкли называть. Он не ходил тропой избитой, свой путь умея пролагать. Не делал страстных изъяснений, не становился на колени. А, несмотря на то, друзья, счастливее было, чем вы и я.